Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с пылесосом Philips FS9351. Более конкретно, пришло очередное техническое обслуживание фильтров данного пылесоса. В прошлый раз на моем канале я демонстрировал фильтры оригинальные, поставляем компании Philips. В картонной коробке, то я продемонстрировал в видео, все желающие могут познакомиться. На тот момент времени еще тайское производство не наладило выпуск данных фильтров и не предоставляло известный всем сайт Али для покупки. Но уже более 2 лет все это произошло успешно, имеется в виду поставки китайских производителей данных фильтров. И один из вариантов лежит вот здесь. Давайте смотреть, что находится внутри. Как обычно, поставляется 3 фильтрами. Это фильтры для моторов 2 вариантов, поролоновый и из еще одного материала. И второй вариант — это HEPA, который ставится уже на выхлопе из мотора, на внешний воздух, когда выдувается, для остановки соответствующих бактерий, пыли и тому подобное. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте смотреть, что находится внутри. Пришло все в сером пакете. Купырки. И пришли вот фильтр HEPA, который ставится назад. Бумажный. И пришел вариант моющийся и поролоновый. Сейчас мы его вскроем, для этого воспользуемся ножницами канцелярскими. Обычный поролон и фильтр, который непосредственно сберегает мотор. Вот такой вот фильтр. И давайте посмотрим, сейчас достанем, сами достал, убираем пупырку. Аналогично. По размерам абсолютно одинаковые. По структуре тоже одинаковые. 4 столбца. Там и там резиновые прокладки. Ничего сложного для того, чтобы скопировать. В этом варианте тоже размеры совпадают. Давайте примерим, как они сидят внутри этого пылесоса, подходит либо не подходит. Для этого берем лишнюю часть. Как видим, у нас все село. Здесь все сидит.
я вам продемонстрировал вариант с неоригинальными фильтрами для пылесоса Philips FS9351 и его модификации. Не только для данного пылесоса могут применяться данный тип фильтров, но и в настоящее время, то есть линейки расширены. Ну и плюс еще модификации, имеется в виду по цвету и по комплектации данного пылесоса. Всегда начинается FS93, может быть 50, 51, 52 и так далее. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.